Детский сад номер 10 теперь не узнать. Здание 75-го года постройки полностью отремонтировали. Капитальный ремонт в нем выполнен на 88%. Завершены основные общестроительные работы, монтаж инженерных систем, замена кровли. На стадии завершения находится фасад вентилируемый, смонтированы пожарные лестницы. В данный момент ведутся финишные отделочные работы. Покраска, монтаж дверей, кладка линолеума. Меняется территория и вокруг садика. У малышей появится спортивная площадка, дорожки, обновленные игровые зоны и новые веранды из влагостойкой ламинированной фанеры. Воздушная лаконичная. Ну, плюс она скатная. Да. В один лист ложится, снег задерживается. Нам зимой приходится специально нанимать специальные службы, которые нам с веранд убирают снег, чтобы они не продавили крышу. Глава муниципалитета осмотрел объект как снаружи, так и внутри. Уже к первому числу завершат все отделочные работы. А к середине месяца 140 малышей вернутся в свои обновленные группы. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».